отказываюсь пройти в автомобиль. Сейчас в течение административного процесса. Пройти в автомобиль вы не имеете права его. Он имеет право не выходить с машины. С машины не имеет права водитель выходить. Ганцевская ДПС. Охрана. Мигалки, да вы что? Вы мне смигалки. Без мигалок вы останавливались, я свидетель. Авдюха стояла сзади. Вы подъехали, открыли дверку посреди проезжей части. Без Ганцевича мигалок, ДПС. Без ничего. И что вы хотите? Во-первых, вы нарушаете правила, вы снимаете водителя ваш, вы не имеете права снимать, не имеете. Имеем. Наши имеем полное право, 100% имеем право. Вы что? 100% имеем право. Пожалуйста, не перебивайте. Когда ведется административный процесс, вы не имеете права снимать. Вы отказываетесь? Да. Почему я отказываюсь? Так пройдемте. Так давайте. Давайте мне трубку. Я выбираю мой автомобиль. Давайте трубку. Что хочется мне давать? Служебный автомобиль для ведения местного ведения. Давайте, пишите административный протокол. Вы мне документы предоставляли? Не предоставляли. Я не знаю, кто вам вшивы такие. Я вам представился. Документы мне дайте свои. Пожалуйста. Покажите документы. Вы мне перед этим вызвали охрану. Что по типу я отказываюсь, а вы кто? Вы отказываетесь. А вы кто? Я вам представил. Вы только что снимать мне на телефон документы. Вы не имеете права. Вы мне просили документы. Вы не имеете права снимать на телефон. Мои документы требовали. Вы должны свои. Ну что, я тоже снимаю. Отказываетесь? Что вы хотите? Я очень спрашиваю. Выходить с машины мы не обязаны. Вы телефон. Значит, в отношении вас будет применена физическая сила, специальные средства. Не, ну так выйди, пускай административный протокол. Вы выйди, пожалуйста, выйди ты с машины. Пускай Все, выходите с машины. Я вас предупредил, что. Тише, тише. Выйди, Виталий, выйди. Что ты ко мне руки стукнул? Выйдите с машины, я вас предупредил, что в отношении вас будет применена физическая сила. За неповиновение. С машины не можно не выходить. Вы не поминаете в самом деле. Что вы предъявите свои, что вы хотите ко мне вообще? Видео, покажите мне видео, что вы там хотите, вы меня остановили. Вы как меня остановили? Палкою? На собаку не остановили. Давайте, ходите слушайте. Вы применяете физическую силу, вы не имеете. Не имеете права. Это документы, Стишу, что ты хочешь? Выйдите с автомобиля. Видео удалите. С автомобиля выйдите. Вам надо? Выйди, Виталя, выйди с машины. Выйди с машины. Выйди, просто с машины выйди. Не, ну выйди, пожалуйста, с машины просто. Просто выйди. Выйди, пожалуйста. Выйди. Машину? Не, у нас на видео тоже будет снято. Охрана наша, Ганцевичи. Работает. Что я хочу установить? Мои права есть. Хай устанавливай. Хай пробивай. А не имеет права. Может и не... Мы тоже свои правила знаем. Машину не обязан садиться. Нет. Хай пиши, пожалуйста. Вы плохо знаете свои правила. Машину не обязан. Пожалуйста, пишите. Сядь. Еще раз говорю, документы. Я ваши документы, вам предоставлю. Я документы не взял. Берите документы. Я вам хочу предоставить права, предоставляйте, что хочется. Предоставляйте мне права, не хочу передать. А то тянет мне в машину. Что они предоставили? Во. Предоставляли, мы снимали на видео, вам предоставили документы. Я не хочу садить свою машину, пишите машине протокол. Не я еще раз говорю, не имеют права. Я говорю, я не хочу садить свою машину. Хочется, пишите, пожалуйста. Пишите административный протокол, не имеет права. Пишите протокол, что вы? Я поведу вас в отделение для сканирования вашей личности. У меня есть паспорт с собой, у меня есть права с собой. Пробивайте все, что хочется. Алкотест давайте. Место ведения административного процесса будет рано попробовать. Пройдемте для установления. Я говорю еще раз. Хочется пишите, ну пожалуйста. Вот что он снимает? Да, пишите, пишите, вы снимаете. Вы не поведете законом требования. Почему? Составляйте административный протокол. Пишите протокол. Что вы хотите? Причать машину. Да, машину не обязан садиться. Машина стоит, камера есть. Все тут такая есть. А вы не имеете... Ну так хай пиши.
Я не знаю, кто вы, начальник охраны, но вы не имеете права снимать личность на видео. Вы не имеете. Уважаемая женщина, когда ведется административный процесс, вы снимать не имеете права. Вам понятно или нет? А что я буду но... поедем в обвинение? А что я пойду? Если протокол за неповиновение и за... И тебе неповиновение? Что это от этого? Протокол отказывается? Вы не отказываете. Вы ну так а что я... А шо... Яким требованием? Я вас потребовал выйти, вы там видите. Вышли! Там, что, да я буду рукой останавливать, дабы ты останавливаешь. Открыл форточку и останавливай меня. Включаю вас предупреждение, хочу сделать. Где предупреждение? Летарный. Милиционер имеет право рукой вас остановить, если не допошли. ПДД. Знаете, что нас остановили? По третьей дороге, без мигалок, без ничего, а пусть собаку останавливает. Присаживайтесь. Ну, пожалуйста, пишите протокол. Пишите протокол, ну да, он не обязан садиться. Так а почему? Он не обязан присаживаться. Ну, как он выйдет? Вы сядьте, пишите. Пишите протокол, садитесь, мы будем стоять здесь. Вы присядете, вот данные писать, все. Я предоставлю вам ну, мы не замерзнем, мы постоим здесь. Правильно, садитесь, пишите. Да, мы правильно, мы ничем не нарушаем, поэтому мы и спорим. Мы ничем не нарушили. Садитесь, пишите протокол административный. Я документы вам предоставил уже два раза. Документы один вам... Раз в машине, один раз так я же говорю, люди, вот, доказатели, что мы правильно, мы ничем не нарушаем. Зачем? Пишите, садитесь, административный протокол. Пишите протокол, что я же не отказываюсь от протокола. Мы ничем не нарушаем. Кто знает правила, то тот знает, о чем мы речь ведем. Пишите протокол, да. Никто не... Давайте трубку на алкотест. Я не хочу, не обязан. Машину не обязан. Это 1000%. Нету такого. Пишите протокол административный, у нас тоже время. Составляйте административный протокол. А я что, усматриваюсь, побег где-нибудь, ты что? Все раз, я говорю решила. Все, пишите. Пишите протокол. Что? Вы не имеете физическую силу, вы молодой человек, не а не имеет права. А вы за форму не имеете. Не, так а почему физическая я сила? Я не смотрю, пишите, пожалуйста, протокол. Грубые ноги болят. Еще, я не могу, я не могу. Не надо мне купить. Не надо мне курить. Давайте доставлять в отделение. Почему? А какое неповиновение? Ужас! Я не отказываюсь от протокола. Присядьте в машину. По-хорошему. Присядьте в автомобиль. Вот черт. Вот я присел. Все, я сел, я сел в машину. Мы поедем. Пишите протокол. А при чем? А какое имеете право вести в отделение? А в отделение? Неповиновение. Какое неповиновение? Я сел к тебе в машину. Вы пишите протокол. Я сел. Чего? Какое неповиновение? Вы о чем говорите? Вы вообще о чем вы сейчас говорите? Какое может быть неповиновение? А? Вы знаете, о чем вы сейчас вообще административный говорите? Протокол летите, пускай составляет, а при чем? Еще раз объясняю. Когда ведется административный процесс, гражданские лица снимать действия не имеют я права. Я жена, имею право. Вы гражданское лицо, жена. Или вы слышали звон, а откуда знаю, ее я неизвестно? Знаю, я знаю, о чем. Вот вы много чего знали, али откуда это неизвестно? Вы потом... Я отказываюсь от протокола писать. Не, подождите, я отказываюсь от протокола писать. Давайте спокойно говорить. Я спокойно говорю. Вот. Хорошо, я отказываюсь от протокола писать. Вас как зовут? Виталий. Меня тоже Виталий. Очень приятно. Вот согласно закону, ну, место ведения административного процесса указывает сотрудник ГАИ. Сотрудник органов внутренних дел. Я же не отказываюсь от протокола. Ну, как он вам указывает место ведения административного процесса? Я сказал присесть в машину, я присел. Ну, так присядьте. Ну, так что он хочет дверь мне закрывать? Ну, присядьте. А мои ноги болят. Минут 20. Ну, может, минут 20 или что? Хорошо, хотите протокол? Вы сами поедем в отделение. В отделение не имеет права ехать. Поехали на машине, поехали. Предоставьте документы. Да. Первоначальные документы мне предоставьте. Это документы поедем. Да, да. Вы поедете предоставьте, пожалуйста. Кого? Поехали в ГАИ и все. Вы сказали в ГАИ, поехали в ГАИ. Я машину не оставлю. Я вам документы. Я могу так на земле. У меня есть на земле. Могу трубку вам дать. Чтобы тебя побить. Поехали. Вы сказали ГАИ? Народ, вы решайте, нам... Не, ну так почему? Протоколы писать не хочу, ГАИ хочу не хочу. Чего? Ну так ГАИ документы предоставить. Сколько раз документы предоставлять надо? Сколько раз еще предоставить надо? 5-6? Вам предоставляли в развернутом, не в развернутом.
4 раза сняли на видео, 4 раза предоставляли вам документы. В открытом виде. Ну не передать. Я предоставляю. О, раз. О, два, три. Номера сходятся. Хочешь, поехали в РУВД. На автомобиль передать, пожалуйста.